Вечер добрый. Вы слушаете свое радио. Как обычно, надеюсь, для вас это должно стать традицией с утра до вечера слушать хорошую музыку. Ну и с понедельника по пятницу с 8 до 10 в программе «Живые» появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседуем. Они играют свою замечательную музыку. Ну и поклонники этих коллективов, само собой, сатисфакцию абсолютную получают для себя и удовлетворение. А те, кто не очень в курсе коллективов и музыки тех людей, которые здесь находятся, влюбляются в эти группы. Так бывает постоянно. В общем, будем рассчитывать на это и сегодня. У нас есть добрая традиция начинать с музыки. Для тех, прежде всего, кто не в курсе того, что за коллектив здесь сегодня. Первое произведение даст понять, ну, нужно человеку выпить чаю с ромашкой и баньки, или все-таки лучше остаться до конца программы и два часа провести в полном удовольствии. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали, парни. Зажжем эту ночь.
Массы ликуют. Массы считают, что все было хорошо. Мы начали, и сегодня здесь Nobody One, замечательный коллектив из Самары, Сергей Табачников, который может поздороваться. Ну, поздоровайся с людьми, скажи людям. Всем привет. Молодец. А далее, понятно, что у всех есть микрофон, поэтому рекомендую к ним хотя бы за эфир-то разочек. Подожди, я тебе еще не... Подожди. Юрий Малеев, бас. Всем добрый вечер. И, наконец, тот, кто рвется к микрофону с самого начала. Рустам Галимов. Всем привет. Молодец, у тебя получилось. Вот, собственно, их всего три человека, не считая звукорежиссера коллектива Антона Голубенко, который за пультом сегодня колдует вместе с нашим Сергеем Дыбальским. Вот они в четыре руки, в 10 пальцев, если считать пальцы на руках, стараются сделать все возможное, чтобы звук получался таким, какой он, в общем, привычен. А то набегут сейчас, знаешь, поклонники, которые, слушая пластинки, привыкшие к звуку, не учитывая деталей и нюансов, могут начать рассказывать о том, что со звуком что-то не то. Сегодня на звуке звукорежиссер коллектива. Коллектива Nobody One. То, как это звучит, так и должно звучать. Ну, на всякий случай, чтобы вы понимали, лучше промолчать. Иной раз. Лучше если промолчать. Если что-то не то, то это как бы не ошибка. Так надо. Так надо. И что, давайте мы начнем с чего. Вы с туром же катаетесь до сих пор? Да. Откуда приехали сюда-то? Из Рязани. Как было в Рязани? Очень хорошо. А до Рязани чего было? Был Липецк, там еще лучше. А до Липецка? Тут моя память, наверное, заканчивается. Ну, в общем, городов там много. Я знаю, что тур был огромен. Ну, еще, по-моему, не очень большой. Да ладно. Но... Ну, сколько городов ты навскидку, не помнишь? Есть. В весенней части, по-моему, 25. Заелся, Серега. Заелся. Знаешь, как скажешь, ну, с музыкантом, вы хотели бы в тур? Да, нам городов бы 5-6. Да, такой тур небольшой, 25 городов мы проехали. Но мы разделили этот раз на, ну, как бы на две части географию. На осень и весну. Вот сейчас весна, вторая часть, мы доезжаем. Сейчас весна? Ну, сегодня первый день. Мы ехали. Обычно всегда уже где-то в начале апреля мы переходим на кофты и кеды. Просто мне казалось, что ты должен потеряться уже в сезонах, потому что тур, ну, на мой взгляд, абсолютно замечательный тур, замечательный альбом, замечательная музыка, замечательный Nobody One. Пишется Nobody One с маленькой буквы, точка после Nobody. Это я так, на всякий случай, тем, кто не очень в курсе. Меня спрашивали, почему название коллектива написали с маленькой буквы. Отвечаю, так это пишется. Именно так это должно выглядеть. Не очень жестко я сказал сейчас. Хорошо. Как с нами связываться? Все просто. 4647 — это короткий номер для ваших смс-ок. Ух ты, уже смс-ок много. 4647, свои, пробел, дальше все, что хотели бы сказать коллективу. Может быть, вопросы какие-то, может быть, эмоции, впечатления. Делитесь всем, что есть, потому что Табачников с музыкантами делится абсолютно всем, что есть в нем, имея в виду душу, сердце, эмоции. Мы делимся даже гречей. Энергетика. Даже гречей делится. То есть, принципе, если кто-то подходит, не жадный, голодный, и после концерта мы всегда покормим. Не жадный человек. Понимаешь, что кризис в стране, мало ли, вдруг где-нибудь оказывается, люди не очень доедают. Вот то, что не доедают, Сергей отдает, собственно. Ну, я имею в виду гречу. Гриф. 4647, свои, пробел, дальше ваше сообщение. Можно также с нами общаться, ну, с музыкантами. Через группу ВКонтакте, группу, официальную группу своего радио, там все просто. Официальная группа своего радио. Видите анонсик Табачников без бороды, это умилительное зрелище, конечно. Ну, вот на этой фотографии, где он без бороды. Там же, кстати сказать, сверху название коллектива Nobody One, группа Nobody One выделена синим, значит, активная ссылка, кликая на которую, оказываетесь в сообществе коллектива и получаете всю информацию об их передвижениях, альбомах, новых, может быть, записях, клипах, кто знает, в первую очередь. То есть вы становитесь таким образом теми людьми, которые первыми узнают обо всем, что происходит с коллективом. Видео. Это важно. Очень хотят видеть. Посему сообщаю. Заходите на сайт своерадио.фм. Свое, ну, свое радио, так это пишется. Свое. .fm. Сверху есть плеер. В плеере с левой стороны онлайн-аудио. Это чтобы слушать. Справа онлайн-видео. Это чтобы смотреть. Кликаете на онлайн-видео и оказываетесь в картинке, которую для нас всех представляет Планета.ру. Спасибо огромное. Низкий поклон. Ну и там же есть чат, в котором тоже можно отписываться, если есть такое желание и интерес. Все рассказал о том, как с нами связываться. Теперь давай вернемся в студию. Начали вы со старого номера. Ну, то есть это не входит же в... Или входит в эту пластинку, эта вещь? Нет, это с прошлого альбома. С прошлого альбома. Да-да-да. Сейчас альбом, который, если по-русски, «Океан Эхо», правильно? Да-да-да. Он несколько иной. Я, когда его послушал, я тебе честно скажу, я обещал... Сейчас она слушает эфир, я знаю. Я обещал Грымовой написать некую рецензию.
Но я дождался этой возможности сказать ей вслух о том, что я пока не знаю, что сказать. Объясню, почему. Видимо, надо привыкнуть к тому, что произошло на этом альбоме. Во-первых, ты утяжелился, причем серьезно утяжелился. Во-вторых, помимо утяжеления, как мне показалось, появились какие-то немного, не то чтобы жесткие, но резкие ноты. Я пока не понимаю, что это. Это хорошо, но это не совсем так или совсем не так, как было на прошлых твоих работах. Это с чем связано? Ну, с тем, что я человек. Да я, ладно? Да. Смотри-ка. Я живу и меняюсь, как бы, а каждая работа — это кусок, отрезок моей жизни, который я кладу на музыку. И вот то, что было со мной за тот год. Хорошо, я переформулирую. Был тяжелый год. Год был непростой. Вот именно, ну как, обычно же творческий человек выливает свое творчество, свои эмоции. Ну, на самом деле все это только слова, а на деле всегда получается, как получается. Мне самому интересно каждый раз, когда я начинаю, я думаю, во-первых, успею ли я в сроки, а у меня всегда сроки жесткие, и, во-вторых, что же интересно выйдет. Угу. Я сам не представляю до последнего момента. Ну, в итоге, когда получилось, ты порадовался? Да, когда мне прислали финальную версию мастеринга, да, я послушал, подумал, ну вот, да, круто звучит, я бы купил. Нет-нет, это звучит правда круто, но я ведь начал с того, что, несмотря на то, что это звучит круто, как и обычно, это немножко более жестко, то есть год был непростой, понятно, что любой творческий человек в своем творчестве отражает свои эмоции, свои чувства, возможно, свои переживания, но будем надеяться на то, что вот эти все качели человеческие, да, вверх-вниз, вверх-вниз, дальше вверх эмоционально, и светлый взгляд у Табачникова будет, чем сейчас, более яркий. Более светлый взгляд. Если вдруг, не дай бог, конечно, мне будет хорошо, я буду вспоминать прошлое. Ну, давайте, ребятки, кстати, еще сейчас зажжем, потому что народ требует музыки. Мы составили лист, и никто не знает. Рустам подсказывает. Так. Санды, отлично. Санды. Еще раз напомню, сегодня здесь новый диван, презентация нового альбома, который вышел осенью 2014 года, правда. Но будем считать, что это свежий материал, потому как многие не смогли посетить концерты в тех городах, где тур проходит. Посему сегодня для многих людей открытие и откровение. Ушан Эхо называется этот альбом. Погнали? Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали.
сегодня аплодисменты будут исключительно громкими. Я думаю, что это справедливо, потому что в такой музыке робкие хлопочки, ну, в общем, в принципе, совершенно неуместны. Nobody One сегодня здесь, напомню, со своим новым альбомом «Океан Эхо». Сереж, тут куча вопросов уже. И, во-первых, начиная эту часть нашего эфира, надо поздравить именинника сегодняшнего, Рустама Галимова, с днем рождения. Тебя поздравляют. Ну, мы тебя поздравили уже. Йоу! Спасибо, спасибо. Я тебе скажу, что там даже бутылочка винца стоит в редакторской. О, отлично, люблю вино. Если ее там Лиза, редактор наш, не приговорит сейчас, в одиночестве находясь, то дай бог останется тебе пару глоточков для того, чтобы отметить сегодняшний твой день. Ну, этого будет достаточно. Тебя поздравляют фан-клуб из Ростова. Тут масса людей. Вот, например, Данил Суров пишет: спасибо большое ребятам. Привет из Ростова, с днем рождения. Поздравляем от фан-клуба. Рустам. Да, я сегодня уже получил около 500 сообщений. С поздравлениями, тут очень у нас приятно. Мальчик забежал посыльный, говорит, не одна бутылка, три. А, ну нас трое. Да, ну вот, значит, сегодня успеете еще как-то отметить это мероприятие, этот день рождения. Младший у нас посыльный, бегает туда-сюда, приволок он несколько еще. Да, 4647, это короткий номер для ваших смс-ок. Тут есть одна любопытнейшая смс-ка, я сейчас ее прочитаю, как ты отреагируешь, не знаю. Еще раз, но прежде чем я ее прочитаю, я сообщу, что в группе Nobody One Сергей Табачников, соло-гитара. Ну, да, зафиксировали. Юрий Малеев, бас-гитара. Зафиксировали. Рустам Галимов, сегодняшний именинник, барабаны. Вопрос на смс-портале 4647, свои пробел. Дальше ваше сообщение. Какими качествами должен обладать ритм-гитарист Nobody One? Что требуется больше всего от этого человека? Ответственность. Как зовут вашего ритм-гитариста, скажи мне? Ну, я полагаю, что этот вопрос в тему того, собираемся ли мы брать ритм-гитаристов в живой состав. А ты уже объявил об этом? Нет, но постоянно об этом спрашивают, поэтому я не удивлен, да. Так. Нужно уметь чувствовать музыку и делать это бескорыстно. Обычно. То есть бесплатно, я так понимаю. Нужно уметь трудиться красиво и от души, и тогда воздастся. Я люблю такой подход. Сереж, ну это какие-то общие фразы. Да, конечно. А человек, наверное, ждет каких-то конкретных вещей. Например, гитарист должен уметь раздвигать пальцы на грифе, не знаю, от первого лада до 15-го. Вот тогда мы возьмем такого гитариста, ритм должен. Если я вдруг пришлю ему 26 песен, он должен будет за неделю всех выучить идеально и сыграть. Есть. Сам подобрать. Вот это качество ты уже обозвал. Я думаю, это уже будет достаточно. Хватит? Да. Это ты, честно, слабо берешь? Да, никто этого не сделает. За неделю подобрать, самому выучить, разучить и идеально сыграть никто не сможет. Ну, то есть ты таким образом отмазываешься от ритм-гитаристов? Нет, если такой человек появился, обязательно мне нужно написать, позвонить, и мы подумаем. И ты, честное слово, даешь, что ты возьмешь его в коллектив? И Nobody One станет состоять из четырех. Мы рассмотрим варианты, да. Вообще я не против. Окей. Планируете ли вы снимать обзоры туров в стиле «Износ тура», потому что это даже не обзоры, это целые фильмы, спрашивает кто-то без подписи тоже на СМС-портале. Ну, планируешь снимать обзоры туров в стиле «Износ тура»? Нет. У нас были несколько секунд в последнем выпуске передачи «Волна», где мы были в Воронеже, на берегу реки нас отвезли на шашлык. Угу. Это было круто. Куском лакомства для зрителей. Кстати, что касается «Волны», надела уже нет. Ну, просто название сменилось. Суть та же. А суть та же. То есть просто поменялось название. Но поэтому мне больше всего нравятся вопросы. А когда будет надел? Верните надел. Ну, так если ты делаешь в «Волне» все то же самое, то какая разница? Просто там появился второй человек, ведущий, Антон наш. Мы с ним вместе ведем диалоги. А, то есть ты со звукачом там еще что-то ведешь. Да, то есть, ну, упор на это. Ага, понял. А значит, Сергей, повернись, пожалуйста, назад, когда играешь. Ну, тебе же, наверное, будет неудобно играть вот так, как ты сейчас сидишь. Вот так? Да, потому что люди хотят видеть твои пальцы, чтобы они попадали в кадр вот от той камеры, вот от той. Ну, что в партии снимаешь? Я попробую. Ну, попробуй. Там педали, иногда приходится нажимать. Я понимаю, но я не стал бы тебя просить об этом, но народ прям требует. Ну, давай еще одну смс-очку прочитаю. Значит, куда вы поедете? Я не знаю, это вопрос ко всем, вероятно. Может быть, к тебе, может быть, ко всем. Куда вы поедете этим летом отдыхать? Аккуратней. В Ялту. Куда же еще? Ответ дан, причем более развернутый, чем я предполагал.
46-47. Месье француз, ну так... Браво, Серег, ты молодец. Значит, очень приятно каждый раз слушать «Новый диван». Огромный взрыв энергии, прилив сил испытываешь при прослушивании. Эта музыка цепляет. Спасибо огромное вам. Вопрос Сергею. Я прекрасно понимаю, инструменты — это голоса, но все же когда ждать вокала? Семен Мурашов. Ты, кстати, говорил как-то, что ты, в общем, рассматриваешь эту тему. Да, действительно, говорил. А давай, какими качествами должен обладать вокалист группы «Новый диван»? Если гитариста поставить в такие неловкие раком практически условия, то каким должен быть вокалист, прости? Да... Понятно, спасибо. Я думаю, это был ответ. Более конкретного и четкого мы не дождемся. Не знаю, я что полагаю. Сказать, да. Ну, в общем, идея это Ну, пусть это будет Григорий Лепс. Он должен быть Григорием Лепсом. Или Аркадием Лепсом и его братом. Сейчас, честно говоря, меня слегка так штырануло изнутри. Я представил себе Лепса под эту музыку. Ты знаешь, серьезное испытание для Лепса, как мне кажется. Было бы. Но идею ты пока не бросил, да? Все-таки есть мысль о том, что... Да, конечно, есть, всегда есть. Ну, на самом деле, если говорить о вокалистах... Давай так, я сейчас сыграю эту историю. Назовем город, в котором это было потом, или не назовем, не знаю, дело твое. Я в женском облике. Вот представьте, что Чайка — это женщина. Сложно, конечно, но представьте. Задающий вопрос лидеру группы «Новый диван», отцу-основателю этого коллектива, Сергею Табачникову. Сергей, скажите, вы выросли, вы повзрослели, в вашем новом альбоме тексты стали гораздо более глубокими и осмысленными. Нет, ты отвечай серьезно, как ты ей отвечал. Да, я пытался, как мог, сдержать улыбку, закусил, сделал серьезное лицо и говорю, что действительно много переживаний происходит в жизни, поэтому и мы взрослеем, и тексты становятся более умудренные, и философия проявляется. Но почему на английском? И тут я тоже, как бы не задумываясь, ответил, что в английском слоги или слоги, они гораздо интереснее звучат, и петь лучше, и рок-н-ролл должен быть на английском. Но в эфир это не пошло. Где это было, расскажи? Это было в городе Пенза. К нам приехало центральное телевидение снимать, но... Они все это сняли и потом пошли к зрителям спрашивать, чем вы любите Nobody One. И зрители постоянно начали говорить, что мы любим инструментальную музыку, ценим и так далее. И, видимо, уже при монтаже они смекнули, что что-то не так. Что в Nobody One не поют. Ну да. Особенно на английском. Интересно посмотреть на эту. Она хоть симпатичная была, журналистка-то? Ну хотя бы что-то положительное в ней было. Понятно. Что будет следующим номером вашей программы? Сегодня у нас Nobody One. А это будет вот песня из нового альбома. Как называется? Называется она A Perfect Run. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Nobody One. Поехали. We'll be right back.
За то время, что мы не виделись, кстати, да, достаточно такой период был длинный. Я знаю, что ты стал лицом Мусторга. Говорят, даже твое лицо на большой афише, так скажем, висит на главном входе в Мусторг. Да, да. Мы действительно долго ехали с тех пор, как вы открыли радио. Свою. Свою, запомнил. Свою радио. Свою радио. Мы все ехали, ехали, и никак не получалось. Такой плотный график. Да. И, наконец, мы приехали. Ну, вот ты став лицом Мусторга. Что ты получил от этого для себя? Я получил от этого... Удовлетворение испытываешь? Просто стал Мусторг. Я. А зачем? А зачем мне Мусторг? Ну, тут я признался, Мусторг. Да, Рустама вообще приперло, я тебе скажу. Абсолютно. Ты же теперь эндорсер перло? А, да. Ну, значит, я теперь на перловке. Расперло, приперло, заперло, как хочешь. Ну да, поперло. Просто поперло. Теперь в каждом городе, где мы есть, у нас есть, точно мы знаем, что есть Мусторг, и там мы можем сделать автограф-сессию или что-нибудь, встречу. Ну, да. Особенно с эндорсером перло. Да. Ничего, что играешь не на перле сегодня? А это перл? Под тобой да, вокруг тебя не совсем. Нет, это слегка модифицированный перл. Ну, это не запрещается вообще, в принципе, эндорсеру? Ну, вообще нежелательно, но когда уже такая безвыходная ситуация. Просто у нас в студии стоит Yamaha барабаны, а у тебя рабочий перл. Ну да, у меня педалька перл, малый барабан. Если что, ты так сказать. Вот сейчас просто происходит война брендов. Один подписан на один, другой на другой, и вот они рекламируют друг друга. Ну, вот так получилось. Никакой войны, у нас мир и благолепие. Вы посмотрите, какой цвет в этой студии. Оранжево-белый — это цвета тепла доброго, светлого, чистого. Так что никакой войны. Значит, Алексей Волков вот что пишет. Привет из Самары. Редко слушаю и смотрю живых онлайн, а пишу вообще в первый раз. Кстати, зря, Алексей, редко смотрите. Тут много интересного. Но сегодня решил вот написать. Года два назад ко мне в Фейсбуке, в друзья, постучалась некая Людмила Грымова, пишет Алексей Волков. На ее страничке я и познакомился с творчеством Сергея. Узнал, что он... к тому же еще и земляк. Тогда же решил побольше узнать о группе, наткнулся на YouTube на запись концерта Сергея в программе «Живые» на другом радио. Ну, в данном случае имеется в виду, вероятно, наше радио. Так вот, с тех пор я влюблен в творчество Сергея, его группы, стараюсь не пропускать подкасты программы «Живые». Так что у меня вы связаны друг с другом судьбой. Спасибо, Сергей и Семен. Когда ближайший концерт в Самаре? Не хочется пропустить, так как осенью не попал на концерт «Удачи». Вот мы для Лёши Волкова с тобой просто повязаны, блин, судьбой, ты понимаешь, как... А вообще в родном-то городе, правда, играете? Играем, но не часто. Ну, в общем, нельзя перекармливать, понятно. Перловка хорошая не была. Да. Ее слишком много сожрать, в общем, тоже опасно. Может быть, весной сделаем. Ага, вот сейчас ты как-то дал надежду людям. На самом деле. Вот очень, кстати, любопытный вопросец, между прочим, серьезный вопросец от Александра Синельникова. Сергей, однажды гитарист Rolling Stones Кит Ричардс высказался, цитата: «Каждый гитарист должен играть на акустической гитаре дома. Неважно, что вы играете. Если вы не поддерживаете на высоком уровне вашу акустическую игру, вы никогда не сможете использовать весь потенциал электрогитары, потому что вы теряете контакт». Что ты об этом думаешь? Ну, я использую неподключенную электрогитару, если речь идет об этом. Конечно, какой-то смысл в этом есть. Uh-huh. Потому что, когда ты все время играешь через примочку, одно дело, а когда ты начинаешь играть неподключенным, вдруг понимаешь, что у тебя ничего не получается. И, ну, тебя некому спасать, есть только твои пальцы и струны. И приходится себя заставлять. Ну, это в общем, хорошая тренировка. В этом есть логика. Да. Тренироваться нужно все-таки на... трудном инструменте. Да, да, чем сложнее, тем лучше. Понял, ответ дан. Вопрос Сергею. Сергей, вы проводите свободное время, если оно вообще, и как вы его проводите? Как ты проводишь свободное время? Свободное время я проводил в 2010 году, сказал ему до свидания и уехал на гастроли. И вот сейчас. Теперь тебе его нет. Какой-то год. А пацанам ты даешь отдыхать? Рустам, тебе дают отдыхать хоть иногда? У тебя есть свободное время? Ну, на самом деле, да, у нас и... очень много свободного времени. Сейчас, например, ничем же не заняты. Сейчас мы, в принципе, ничего не... Сидишь, играешь, это же игра. От игры мы получаем удовольствие. Ну, если бы вы видели, как он готовится к тому, чтобы играть, надо заметить. Он даже вымеряет высоту тарелок, которые у него стоят, от пола. Рулеткой, но я наблюдал. Это важнее, чем игра. Главное, это ритуал подготовки. Вообще забавно, конечно, когда рулеточкой вымеряется расстояние от пола до тарелки. Я не мог понять, зачем это, неужели от этого звучит. Важна картинка. Важна, молодец. Картинка должна быть красивой. Перфекционист.
Ты перфекционист. Замечательно. А ты ничего... Вопрос интересный, не знаю, насколько Юра среагирует. Ты ничего не вымеряешь перед тем, как садиться или там становиться на сцене играть на инструменте? Ты расстояние от портала до тебя рулеткой не меряешь? У тебя нет такого ритуала? Исключительно глазомером. В Галимова глазомером плохо, поэтому пользуются рулеткой. Я понимаю. Значит, точно сложно в нашем деле. Группа «Новый диван» я услышал пару лет назад, как раз в программе «Живые». С тех пор группа в топе моего плейлиста и за одного друзей посадил на классную... Видимо, ни одного из друзей посадил на эту классную музыку, пишет Денис Мальцев. Сергей спрашивает, Hornet 1998. А что бы ты делал, если бы в радиусе 500... Внимательно, цифры важны. Как и для Рустам. Так, представь. Значит, если бы в радиусе 500 километров не было музыкантов, что бы ты делал? Расскажи, пожалуйста, как у тебя обстояло дело с группами, в которых ты играл в детстве? Ну, у меня была одна группа, с которой я играл, и она была. Поэтому мне трудно судить, что было бы, если бы их не было. И с ними мы проделали большой путь, переиграв всю «Металлику». И потом я пошел... В свободное плавание. Да. Угу. Если бы не было музыкантов, то я бы уехал туда, где они есть. Потому что... Потому. То есть без них никак? Ну, что, если бы я жил в Ярцево, то... Ну, видимо, вопрос с подковыркой. Новый диван, ну, то есть ты же самодостаточен. Зачем тебе музыканты? Раньше ты менял, вообще каждый год менял барабанщиков с басистом. Сейчас давно не меняешь. Значит, получается, нашел своих? Да. Как бы странно не звучало. Стал старый больной человек, все труднее тиранить. Как-то мы уже сдружились, притерлись, и все нормально. Но вот Юра только вообще из Нижнего Новгорода, поэтому... А это что имеет значение? Ну, вообще из Нижнего. Вопрос о том, что в радиусе 500 нет музыкантов. То есть получается, что ты когда... В Самаре я не нашел своего басиста, и мне пришлось обратиться в другую область. Соседнюю область. Да. Ну, в общем, смотри, вот это, наверное, ответ более даже развернутый. Дайте стульчик Антону. Он сидит все концерты, поэтому... Если бы ему нужен был стульчик, Станислав, ему бы его дали. Что вы такие заботливые-то, друзья мои? Или вы полагаете, что в программе «Живые» здесь казнят, а вот это на стенке висящие шнурки — это все плети для наказания, что ли? Ну, хочет человек сесть, он сядет, не хочет, он стоит. Что вы, глянь, такие... Прямо, ей-богу, я не знаю. Что за люди? Давай играть. Что это будет? На The сердце. Black Storm. Отлично, отлично. Как именинник вставился-то сейчас. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Напомню, здесь сегодня Новый диван со своим новым альбомом «Океан эхо». Ну, давай, начинай, я так красиво подвел.
Знаешь, огромное количество вопросов, таких скорее теоретических, чем практических. Тут вот, например, предлагают тебе вокалист. Это нормально. Вокалисты предлагают Рустема Булатова из «Люмина». Ну, он Тем, он Рустем, на самом деле, сокращенно Тем. У нас уже есть, один Рустем. Потому, но... У вас Рустам, а это Рустем. Когда, но в Казани нет имя Рустам. Его все называют Рустем. Да-да-да, почему-то. Так, я не знаю, так принято. В Казани его все называют Рустем. И мне тебя как в Казани называют? Нет, но мы же не в Казани. Будем в Казани. Ну, все. Вы по-московски называете как-то? Руслан? По-московски называете? А, да, кстати, это в Москве было. Ну, давай. Давай будем как-нибудь уже. Но рекомендую тебе обратить внимание на Тема Булатова из группы «Люмин». И не первый раз я и в чате, например, здесь, где картиночка у нас на планете, вижу этот вопрос, опять же всплыл. Ты его слышал когда-нибудь? Да, вот недавно, прошлым летом нашествие, я смотрел трансляцию в интернете. Так. Я вот послушал. Такой вокалист годится. И их зацепил. Для группы «Нободива». Не-не-не, ну тихо, я же не говорю, что это именно он. Ну вот такого плана вокалист. Я... Мне не близка социальная тема с хорошей подачей. Мне близка тема про девчонку, что ждет, что в слезах, но музыкально. Ну вот тут тебе говорит, подсказывает Аня Березина, новый вокалист должен придумать за неделю слова для всех песен. За неделю? Максимум сутки! Тогда можно будет на него посмотреть. Это мне к этому надо. К Сереге из «Руки вверх». Да. Он мастер. Понимаю. Понимаю. Слушай, вот тут есть интересный тоже такой вот моментик. Я хочу спросить у тех, кто слушает эфир сегодня. Есть ли среди аудитории своего радио те люди, которые впервые слышат группу «Нободиван»? Вот мне просто дико интересно. Мы такие эксперименты проводим нечасто, но дико любопытно. Есть ли те, кто сейчас могут сказать, да, я никогда до сих пор не слышал этот коллектив, а сегодня знакомлюсь с ним впервые. И если такие обнаружатся, то у меня будет тогда еще одна просьба уже к тебе. Я уж не знаю, заготовили ли вы уточек сегодня в программу. Да, заготовили, есть, конечно, да? Есть. И я надеюсь, в этом часе она должна была бы прозвучать бы. А когда час? Но... У вас... Нет? Вот не у вас нет часов. У нас 10 минут до конца этого часа осталось. А вот сейчас самое время. Да? Да? Чувствую, да. Давай. Подожди, давай. Я тут командую, когда давай. Подожди. У нас время, пардон, еще есть некоторые. Каждый раз, как первый, пишет Кирилл. Я понимаю, что никого, наверное, здесь сейчас не найдется. Из тех, что, два человека ты видишь уже? А я почему-то пока не вижу тех, кто написал бы, услышал у Семена далеко не сегодня. С 2006-го, а будто впервые. А, вот Андрей Архипов пишет. Есть я, например. Дескать, никогда раньше не слышал. Я хочу Андрея сейчас немножечко осадить. Ну, в хорошем смысле. И я думаю, что вы слышали коллектив. Просто, может быть, не привязывали его название к тому, что он играет. Вот сейчас прозвучит композиция. Вот теперь уже можно. Которую вы не могли не слышать, потому что она одна из тех, что звучит в постоянной ротации своего радио. И она очень, между прочим, запоминающаяся. Как всегда, живой звук, я даже название произносить не буду, ее наверняка все знают наизусть. Это название. Поехали!
Это крик молодого лося в подтверждение того, что у вас есть больной. Лось так чуть попозже. Не-не-не, это у нас аудитория наша, как лось кричит. Андрей Архипов, который писал, что не знает группу, пишет: «Ёшкин паровоз». А вот это я уже где-то слышал. Может, на своем, или не на своем, так как не всегда удается поставить. Ну, на своем, где же еще? Наверняка. А вот Лидия Скопина пишет: а я как бы тоже только знакомлюсь с группой, но вот эта композиция на слуху. То есть правильно сделали, что сыграли. Теперь есть некая связка в сознании у людей. Привязка к тому, что есть такое Nobody One. Тут неоднократно уже народ спрашивает. Я сначала подумал, что, может быть, не стоило бы об этом, но все же спрошу. Я не думаю, что это большой секрет. Я на данном этапе я вижу это сообщение уже не в первый раз, теперь уже в чате на планете. Вписали и в группе где-то кто-то. Дэн Эсидиси, так зовется человек, нескромно. Значит, знаешь ли ты... А, и другой вопрос, но задам его. Знаешь таких гитаристов России, как Головин и Досумов? Что о них думаешь? Не совсем корректный вопрос. Если знаешь, вроде бы как можешь что-то сказать, не знаешь, обидишь. Я знаю Федора Досумова. Так. Он играет у Лепса, поэтому я знаю. Поэтому играл, играл, наверное, уже ушел. То есть твой кумир Лепс, я смотрю. Да, мне нравится. Ну, смотри, а сейчас народ-то знает об этом? Конечно, все знают. Твои поклонники. Да, и да, ничего не знают. Кидают в тебя, ничем? Да. Может, Лепс... Знаешь, как в том... Может быть, и мне Лепса послушать. Тут народ спрашивает о том, почему у вас студийный барабанщик один, а концертный другой. И не ревнуют ли барабанщики друг друга? Так, Рустам. У кого спрашивают? Нет, ты ревнуешь ты, что ты не... Да не, на самом деле мы с Ромой очень хорошие друзья. И просто, видимо, у него больше времени на все это да дело. Просто ты красавчик, когда играешь, вот. Дорогой. Ты красавчик, ты понимаешь? На тебя же зал смотрит. Я теперь понял, почему он тарелки ставит так высоко. Чтобы морду видно было. Чтобы тарелками не перекрывать обзор. У вас камера еще выше, чем мои тарелки. Не-не-не, на сцене. На сцене. Как он играет, как он это делает, это надо видеть. Вот ребята сидят, те, кто помогает коллективу, так они сами, мне кажется, пародируют, как он это делает палками-то. Как он гребет. Я плыву. Плыву. Все время плыву. Ну, в общем, нормально все, да? Вы друг с дружкой... Да. Мы... Они в соседних домах живут. Мы в одном дворе живем, учились в консерватории в одной группе. И как бы ходим в гости друг к другу. И, ну, мы с ними друзья, как бы, навеки. Замечательно. Замечательно. Ответ дан. В общем, ответ совершенно, мне кажется, миролюбивый. И слава богу. Братцы, нам нужно будет сейчас прерваться. Такая у нас традиция. На некоторое время выйти из студии, подышать, так сказать. Очень хорошо. Да, и у вас тоже будет возможность слегка отдохнуть, после чего мы, естественно, продолжим эфир. Напомню, может быть, вы только подключились к эфиру, друзья мои. Сегодня здесь Nobody One со своим новым альбомом. Будем считать это родиной презентации альбома Ocean Echo. Ну да, если по-английски, или там, скажем, Океан Эхо, если говорить по-русски. Надолго не убегайте, мы всегда рядом. Мы вас ну что ж, давайте продолжим. Напомню, сегодня в программе «Живые» группа Nobody One со своим альбомом «Океан Эхо». Это презентация на радио в полном объеме. Вот что важно сейчас. Народ требует, я не могу отказать. Пауза была, большая достаточно. Вы сейчас будете что-то играть. Пока ребята будут играть, вы, уважаемые, можете начать перекличку. Раз уж так просите. У нас такая добрая традиция сложилась совершенно неожиданно. Однажды я попросил людей написать, из какого города они слушают эфир. А с тех пор сами люди требуют написаться. Вот им очень нравится сообщать, откуда они. Поэтому не спешите. Давайте так выдержим маленькую паузу. Что будет дальше? Песня про лося. А, вот. Да. Одна из любимых, между прочим, и мной тоже. Как только ребята начнут ее играть, можете писать город, из которого вы слушаете эфир. Дальше я сообщу парням, какова география эфира сегодня. Им, надеюсь, будет интересно. Поехали.
Но животное жалко, все-таки немножко, конечно. Жалко. Но красиво. Все равно красиво. Вот Люда Грымова напоминает, и я полагаю, что это нужно сделать прямо сейчас. Завтра с 12 до 13 автограф-сессия в Мусторге. А где конкретно в Мусторге? Ты помнишь? В каком из... Там, где елочки. Там, где елочки. Там, где елочки, я не помню. Там где-то елочки. Где? На Краснохолмской. На Краснохолмской. Значит, в этом офисе, да, который на Краснохолмской. Итак, с 12 до 13 приходите на Краснохолмскую набережную. Там Мусторг найдете, думаю, не проблема. Автограф-сессия. Ребята дадут всем автографы. В 8 вечера завтра вип-концерт в шоколадной фабрике. Что значит вип-концерт в шоколадной фабрике, скажи мне? Это не мое слово вип. Это просто концерт для ограниченного круга лиц. Просто с тех пор, как мы в столицах стали давать большие концерты, вот эта атмосфера клуба единства, где там 100-120 человек, она прошла, и мы решили это воссоздать. То есть мы даем два концерта теперь. И большой, и малый, для тех, кто хочет быть поближе к поту. К поту. К поту, да. К вашему, да. Трудовому поту. И своему. Итак, в 8 вечера вип-концерт в шоколадной фабрике, а 12 апреля большой концерт в клубе «Редд». Об этом надо сказать отдельно. 12 число — это воскресенье, соответственно, в 8 вечера. Наверное. В 8 вечера в клубе «Редд». Приходите все, кто может добраться. Мы разыгрывали билеты на этот концерт в течение всей недели в эфире Ромы Чехова. И, в общем, народ активно очень откликался на эту мысль. Хотят посмотреть на вас в поту живьем. Потому 12 апреля, в день космонавтики, большой концерт в клубе «Редд». И, кстати, далее. Мы еще там тарелочку разыграем в клубе «Редд». Тарелочку. Мою разбитую тарелку с нашими автографами. Тарелку, в смысле, ты имеешь в виду барабанную тарелку? Да-да-да, ну, крэш. Совсем недавно я его разбил, мы с ребятами расписались. Вот, и разыграем в клубе, подарим кому-нибудь. Понятно, выкинуть жалко. Понятно, понятно, да. Хорошо, правильно, почему нет, собственно. Кому-то это доставит радость, я уверен, разбитая тарелка. От Рустама. Ну да, такой предмет интерьера будет. Да, вы выиграли разбитую тарелку от Рустама. Рустам приходит домой и разбивает тарелку. Какую? Вот эту. Итак, географию я вам обещал. Обещал. Народ написал, ну, не знаю, все ли успели за это время написать о своих городах, откуда слушают эфир сегодня. Не все, но я сейчас, пожалуй, начну зачитывать. А ребятам, кстати, уверен, будет интересна география эфира сегодняшнего. Так, поехали. Тверь. Воронеж, Саранск. Ну, Москву и Питер мы не учитываем, потому что это совершенно очевидно. Пестово, Новгородская область, Прокопьевск, Кемеровская, Липецк, Новосибирск, Петропавловск, который в Казахстане, Саранск, Ижевск, Краснодар, Ярославль, Курган, Сыктывкар, Казань, Нижний Новгород, Северная Пальмира. Ну, с Питером ясно. Щучья, Курганская, Уфа, Орел,
Южная Бутова, Самара, родина этого героя, пишет. Сафонова, Израиль, Бершева, Зеленоград, Тюмень, Саратов, Скопин, Рязанская область, Харьков, Минск, Балашов, значит, Сортавала, Карелия, Астрахань, Киров, Челябинск, Челябинская область, Петрозаводск, Алтайский край, Барнаул, Медногорск, Ижевск, Киров, Брест, Новодвинск, Архангельская область, Минск, опять Самара, Чайковский, это Пермский край, Лондон, Тюмень, Набережные Челны, Старая Купавна, Кострома, село Фершампенуаза. Это под Парижем. Сложно произносимое название. Ижевск, Рыбинск. Так, Калининград, Оренбургская область, Коломна, Краснодон, Украина, Барнаул. Это еще не все, ребят. Это я так только пробежался. Может, мы зря так плохо играем? Уфа. Все-таки так много слушают. Камрад, Молдова, Псков, Бердск, Тольятти. Так, Питер, ну да, Харьков, Уфа, Новосибирск, Дубай, Волгоград, Нижний Тагил, Ижевск, Омск, Ижевск, опять Бирск, Башкортостан, Смоленск, Архангельск, Сургут, Израиль, я уже говорил, Урай. Спортсмены. Это у нас тут ракеты запускают. Ямальский район, село Новый Порт, Заполярный, Мурманская область. Ну, очень широкая география. Очень широкая, и сегодня у вас концерт, пожалуй, на самую большую, наверное. Да, свое радио объединяет. Да, вот с этим я даже спорить не буду, действительно так. Объединяет. Значит, Сергей, за ваших обзоров купили с другом гитары. Спасибо за холки бобра, крутилки и, как говорится, вам, филологам, виднее или видение. Скажи, пожалуйста, что это за холки бобра? А вот на грифе вот эта полоска. Это холка бобра? Ну, в Америке она называется скунса полоска, а в России почему-то бобра, не знаю. А почему говорят тебе спасибо за эти самые скунса полоски? Потому что, наверное, и не знали раньше, как их назвать. А, приходили есть... и глупо говорили. Ну, сзади вот, чтобы с полосочкой был. Понятно. Скучно. Теперь называют правильно. Значит, во. Здрасте, Семен, оба дивана и все присутствующие. Вопрос, что такого ужасного произошло в Рязани? Спасибо. А что такого ужасного в Рязани произошло? Перед концертом просто зрители начали скандировать. Металлика, Металлика. Да. Нет, а тут нет, новый диван. Они, ну... Чего? Немного оскорбительно для меня перефразировали мою фамилию. Не хочу даже называть. А это они из любви к тебе? Я не знаю, но мне было чертовски неприятно. Особенно, когда они сделали это 3 раза подряд. Ну, может, они просто хотели таким образом обратить на себя внимание. Знаешь, бывают такие люди. Наверное. Ну, значит, ребята, пойдете ли вы на концерт группы «Металлика» этим летом в Москве или Петербурге? Сергей Сустав. Да, мы в Петербурге идем все вместе. Вот мне интересно, а если бы тебе предложили на разогреве сыграть? Как бы ты посмотрел на эту историю? Ну, понятно, что согласился бы, да, но с другой... Ясно, очевидно. Но вот что бы ты испытывал при этом? Жизнь удалась? Не знаю. А вот пофантазируй, правда. Это ведь наверняка отправная точка для тебя была, группа «Металлика» изначально. Не, ну, понятное дело, что я бы, наверное, взял с собой побольше скотча и прикрепился бы... к менеджерам, которые там ходят, и никогда бы уже не открепился. Но и касательно группы «Металлика», мне было бы, конечно, страшно узнать, что, например, они не такие, как я представляю. А-а-а. За сценой узнать их настоящими. Ну, ты знаешь, ну, как говорят, не сотвори себе кумира. Может быть, не стоит представлять их, какими они есть в фантазиях своих. Вот есть и есть люди. Тебя ведь тоже могут представлять люди, не знающие тебя немножко другим, правда? Постоянно об этом говорят. А каким тебя, кстати, представляют? Я не знаю, не раскрывают. Но на автограф-сессии: «Сергей, а я вас себе другим представлял». Их так почти все. Но не говорят при этом, каким. Нет, ну, в основном претензии о том, что я серьезный слишком. Там я шучу, а... Угу. А на деле я не шучу. Да. Да, ты серьезный. Ты знаешь, мне как-то однажды сказали, тоже были такие претензии, одна из них как раз мне конкретно рассказали, каким мне себя представляют. Тогда радио не давало картинки, только радио, и человека познавали по голосу и воспринимали только по голосу, представляя себе некий образ. И вот когда мне одна женщина заявила, что я вас представляла себе невысокого роста, лысым, с усами и с пузом, а вы, ну тогда я, правда, был моложе несколько, а вы такой белозубый, голубоглазый, высокий молодой человек, вы обманываете всю страну, сказала она мне. Да, но в твоем случае тебе почему-то не говорят, как представляют, просто другим и все.
другим, и ладно. Значит, вопрос Сергею. Каково это стоять на сцене и поражать души людей наповал? Иван Чалов спрашивает. Каково это? Я не задумываюсь. Ты просто поражаешь. Я просто играю. Ну и правильно. Николай Александрович вот что пишет. Сергей, здравствуйте. На вашем вроде бы канале есть мультфильм про Эджи. Совпадает ли он с вашим видением этой песни? Нет, не совсем. Это нарисовал художник, который рисовал обложку альбома. Угу. Это его видение. Ну, альбом красивый, но обложка очень красивая. Обложка отличная. Нет, мультфильм в целом неплохой. Просто это его дипломная работа была. Просто угу. Видно, что он сильно торопился, был очень ограничен во времени. Сейчас он работает в Петербурге на одной из крутейших мультипликационных студий угу. страны. Угу. Отличный художник. Замечательно. Еще один вопрос, потом сыграем. Ну, я не знаю, почему. Видимо, тоже человек представляет себя несколько по-своему, тебя. Станислав Станиславский, так его зовут, спрашивает просто конкретно, не конкретно, а вот просто в общем. А Сергей читает книги? Да, почитываю. Все, спасибо. Он уже не спрашивает, какие. Зачем сейчас, правда, расширять тему? Почитываешь. Ну вот сейчас в машине у меня лежит Родзинский, это книги о Сталине. Мне очень интересная история. И лежит учебник Станиславского. А вот это правильно. А вот это правильно. Вот он действительно тяжелый, он медленно идет. Я как театральный человек могу тебе сказать. Маленькие. И буквы там маленькие. И буквы маленькие, очень много мудрых и умных вещей там. То есть Станиславский был на то и великим театральным деятелем, что знал, что говорит, и знал, что пишет. Ты не увлекайся книгами про Сталина. Знаешь, ты меняешь облик в некотором. Вот я тебе вижу теперь перед собой без привычной для меня бородки. Начитаешься товарища Сталина, возьмешь трубку, усы отрастишь и волосы сострижешь. Знаешь, да, и будешь выходить на сцену, всем здравствуйте. Сегодня nobody one. Вообще, я так все время и разговариваю. Только на кухне дома. Давайте дальше. Что это будет? Что это будет? Лирк. Ну вот опять. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня новый.
Народ в восторге, ликует страна, это же совершенно очевидно, и понятно почему. Тут есть, значит, масса всяких разных интересностей. Вот, например, Александр Павлов спрашивает. Перед каким-нибудь важным интервью прокручиваешь в голове, что мог бы ответить на те или иные вопросы. А есть ли у вас что-то, что вы хотели бы сказать, но никто не задал такого вопроса? Что-то важное о себе в творчестве или вообще о жизни, что хочется и нужно поведать миру, но никто еще об этом не спросил? Нет, такого не было. То есть я все время спрашиваю о чем-нибудь, все время пересекаются вопросы, понятное дело, и никогда не было вопросов, на которые ты хотел бы ответить, тебе об этом не спросили. Есть обычные вопросы, есть вопросы интересные. А то, что я бы хотел рассказать, я об этом музыке рассказываю, потому что это трудно передать словами. В общем, понятно, музыкант на то и музыкант, чтобы передавать все это, все свои эмоции, все свои чувства в музыке. Тут вот мысль какая. Сегодня у нас Рустам Галимов именинник, день рождения у него. Мы его уже поздравили с этим, и готовы это делать периодически сегодня всю программу, потому что да. Но у меня есть к тебе, дружище, вопрос. Соло на барабанах — это всегда удивительная история в музыкальной программе любого качественного коллектива. Я знаю, что Рустам — человек, который занимается своим делом с любовью и с полной самоотдачей. Знаю, помню его прошлое соло, очень красивое. И где-то я слышал, что заготовил он к туру новое какое-то соло. Или это слухи? Ну, на самом деле, я каждому туру новое соло готовлю. Вот. А вот нельзя ли попросить Рустама? Давайте, у нас у него большое соло концертное, 8 минут. Каждый должен прийти и послушать. А сейчас давайте затравочку. 8 не надо, да, но может быть хотя бы 2-3 в качестве соло. Можно? Это, правда, вызывает всегда такую бурную реакцию, я это знаю. Ну, как бы у нас... Так. Ну, играй! В этом сезоне у нас общее соло. Но ты свою часть поиграй. Почему? А если есть часть... Я так понимаю, у Юры тоже есть соло? Тогда сюрприз пропадет. Ах ты! Нет, я думаю, надо оставить все это на завтра и послезавтра. То есть ты не хочешь соло играть, короче? Не сегодня. То есть ты мне отказываешь, значит? Нет, пусть останется интригой. Понятно. Ну, я себе галочку поставлю, конечно. Да ладно. Ладно, нет, если действительно есть в этом какая-то важная часть интриги, то, само собой, настаивать я не буду. Народ требует соло-соло. Нет уж, рассказано было... Ну, может, хоть пару бабахов сделаешь, чтобы... Я могу рассказать, как я сочиняю соло, если это кому-то интересно. Расскажи. Я прихожу на точку, и вместо того, чтобы играть какие-то упражнения, которые... которые преподаватели мне вдалбливали в консерватории, там типа парадидлы, дидлы и всякие разные разности. Нет, да, ты давай демонстрируй, что такое. Я вместо этого играю все, что в голову придет. Ну а чё ломался-то столько времени? Ну как бы и вот так вот. Ну да и браво, и спасибо тебе большое. И потом как бы я в голове стараюсь выстроить какую-то мини-композицию, то есть где есть вступление, кульминация, развязка, кода и так далее. Вот, чтобы это все звучало как-то интересно, а не просто набор нот. Ну это вот, все, ну показал, все-таки надо было как-то чуть-чуть, да? Капелечку сделал, уже хорошо. Уже сделал приятно всем, кто просил, и мне в том числе. Значит, возникает немножечко вопрос, пишет Юрий Курлович. Повзрослев, став музыкантом, не побоюсь этого слова, довольно известным, слушаешь ли ты музыку, любимую музыку? Пополняются ли ее ряды новыми группами, исполнителями? Вдохновляет ли она тебя на новое свершение в творчестве? О, да. Да, мы постоянно в поисках чего-то интересного и... От мира рок-музыки, если честно, я уже давно не получал ничего выдающегося, не знаю почему. Может, кроме себя, естественно. Да, для себя. Я говорю, кроме себя. Нет. Это я сказал. Так. В целом, что сейчас группа этого тура, можно так сказать, то есть в этом туре мы для себя открыли и слушаем каждый день по 2 или 3 раза, это Dia Antwoord, ребята из Африки. Они делают рейв и делают это потрясающе. Можно услышать. Мы просто сходили в кино. Так. Вот, и там ребята снимались в главной роли, и весь саундтрек
был к фильму. Мы взяли небольшой сет, 29 минут, и перед каждым концертом ставим их музыку, чтобы знакомить зрителей, открывать горизонт, что есть что-то помимо инструментальной гитарной музыки. Вы зрителям ее показываете? Да-да. Вы не сами слушаете, чтобы подзарядиться, а зрителям? За сценой я танцую. Это очень разогревает. Я видел, как ты это делаешь, да. До седьмого пота, потом выходишь на сцену. Ну, там отдыхаешь, да. Там отдыхаешь. Подожди секундочку. Но это какая-то странная традиция. Нет, она приятна, наверное, музыкантам группы, о которой ты говоришь. Но вам-то что это дает? Это же не ваша музыка, вроде бы тогда получается пиарите какой-то чужой коллектив. Ну да, да. Малоизвестный. А зачем? А зачем? Они разогревают для нас зал. А, то есть вы можете сказать, что они вас разогревают? Ну да, да. Ну, задача как бы концертной группы, если у них есть разогрев, это донести новую музыку до зрителей. Вот этим мы и занимаемся. Молодцы какие. Благородно. И пусть Диантфорд собирает по 50-тысячные залы. Но наша аудитория вообще не в курсе, что такое Диантфорд, поэтому... Здравствуйте, пишет Юля из Рязани на смс-портале 4647. Сначала свои, пробельщик, потому что сообщение. Очень бы хотелось от души пожелать ребятам удачи. Вы вдохновляете меня, ваша песня — это уже моя жизнь. И сердце замирает перед каждым звуком. Энергетик сводит с ума. Спасибо. По-моему, красиво, да? Лучше не скажешь. Значит, расскажите о своем опыте по общению с гопниками. Прости, пожалуйста, за вопрос, но человек не подписал. Кстати, откуда взялось название «Гопник», знаешь? Группы «Зоопарк»? Группа «Зоопарк» пела об этом. А вообще изначально это была государственное объединение или государственная организация пролетариата, сокращенно ГОП. То есть люди, которые, собственно, были пролетариями, собирались в своем собственном кружке. Этот кружок назывался ГОП. ГОП. Оттуда гопники и пошли. Так что в этом слове нет ничего матерного и ругательного. Так вот, о своем опыте общения с пролетариатом расскажи. Когда я был школьником попроще, я пытался, как культурный человек, у меня было очень глубокое литературное воспитание, поэтому я пытался залезть им в душу, понять, что же им нужно, что и получалось всегда не очень хорошо. Но потом, когда я немножечко повзрослел, то мой разговор, он как бы сократился до двоечки. А, то есть шаг-шаг. Не надо разговаривать, это главная ошибка. Если открыл рот, считай, ты себя потерял. Ну, вот правильно, да. Я тебя очень хорошо понимаю. В данном случае, как я всегда говорил, когда, был пожестче в некотором смысле, разговаривать не надо, надо бить сразу. Ну, в общем, как куда деться, если ты стоишь перед предметом абсолютно, да, шкаф перед тобой. Что с ним разговаривать? Абсолютно бессмысленно. Главное, чтобы падал не в твою сторону. Вот Олег Карельник пишет, вы знаете, кто это такой, но представлять не нужно. Да никуда не годится. Я требую живого эфира. Ну, хоть бы ложанул разок, а то как студийная запись, ей-богу. Лажанешь, может быть, на ходу там. Все эти песни. Так, чтобы Карельник. Значит, государственное общество призора, куда доставляли беспризорных детей и подростков, занимавшихся мелким грабежом и хулиганством, пишет Анатолий Михайлов. Но у нас другая версия. У нас есть про общество пролетариата версия. Потому что призор — странное слово немножко. Ну, давайте, что дальше будет? Песня про жизнь, я так понимаю. Да. Окей. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня Nobody One. Погнали. We'll be right back.
Как же времечко-то быстро улетает. Я, честно говоря, только сейчас понял, что у нас осталось 20 минут до конца эфира. А казалось, что он бесконечен. Ну, 2 часа много. Это я тем сообщаю, кто как-то говорил, что 2 часа вот это... Нет, пролетает время очень быстро. И замечать не успеваешь. Тут вот где-то был вопросец. Да. От Рустема Хайдаршина. Уже даже Юля меня просит. Задай вопрос, задолбал уже. Рустем Хайдаршин спрашивает об одном и том же. Для него почему-то это важно. То ли он хочет с тобой познакомиться и пойти в кафе, чтобы провести время спокойно. То ли у него какие-то другие планы. Сергей, узнают ли вас на улице и в магазинах, спрашивает он. Очень редко, но иногда случается. Рустем Хайдаршин, дорогой, можно с Сережей зайти в кафе, посидеть, поговорить за жизнь, и к вам никто не прицепится, потому что узнают его нечасто. Все. Ну, я не знаю, зачем человеку это надо. Вот узнают, не узнают. Ну, браво, как ты думаешь, зачем человек спрашивает, такие вопросы задает? Чтобы что? Вот ты-то как думаешь? Не знаешь, я тоже. Ну, так вот я тоже, наверное, надо отвечать человеку на вопрос так же. Что сказать? А, кстати, а хотел бы, чтобы узнавали? Вот скажи честно. Нет, я тоже очень, думаю, что... очень и очень закрыт. Очень правильный подход. Потому что такая личная жизнь нас тогда прекращает быть личной, становится публичной, а в этом всегда есть какая-то такая червоточина неприятная. Ты знаешь, особенно когда люди, узнавая, а если узнают по себе знаю, они же считают тебя своим другом заведомо. Вот сразу, априори. Но он же меня знает. Все, значит, уже друг. И он уже и на «ты» сразу. Мне, в принципе, ничего страшного в этом нет. Ну, как-то неприятно. И на «ты», и какие-то сразу вопросы начинаются почти личного характера. И пойдем, чувак, бухнем. И там, да отстань ты от меня, я вообще по другим делам иду. Да как ты так можешь? Мы же типа друзья. Лучше, чтобы не особо узнавали. А был ли у Табачникова страх сцены, и как он с ним боролся? Нет, спрашивает. Не было. Никогда? Нет. Даже в первый раз? Когда на сцену выходил? Сцена, она как дом. То есть ты, в принципе, не испытывал страха? Нет, мне это нравится. Это круто. Ну, круто, могу сказать. По-моему, любой человек, впервые выходя на сцену, слегка его потрясывает, нет? Ну, бывает иногда зритель жрет артиста, а я сразу жру зрителя. Наоборот. То есть я его беру полностью, а не он меня. Это правильный подход. Правильный подход. Рецептов тут нет. У каждого свои прихваты для того, чтобы это сделать. А, кстати, вот что касаемо твоих прихватов, сколько? 3 концерта, по-моему, или 4 мы посетили твои. Вот что могу сказать. Это, кстати, к тем, кто будет знакомиться с творчеством «Нобу Диван» уже вживую. Когда придете, например, 12 числа в клуб «Ред» на большой сольный концерт группы «Нобу Диван». Первый концерт, который мы не помним сейчас где, но это уже и не важно. Там было, по-моему, человек 500, полный зал битком. В Б2 это было. Битком, когда стояли все плечо к плечу, как селедки. И даже телефоны не могли из кармана достать. Следующий концерт был... уже там было человек 700. Это случилось несколько месяцев спустя. Потом в клубе театра уже была 1000. А, это... Или второй... Ну, короче, с каждым концертом мы ходили на ваши концерты, ну, раз в полгода примерно. Мне было просто любопытно, как все развивается. Народу в зале становится все больше, больше и больше. Я знаю, что в городах, в которых вы даете свои концерты, то есть туровые поездки, тоже, в общем, в залах абсолютный биток. При этом, ну, что там греха таить, ротации особых на радио федерального масштаба нет. Ну, пока, так сказать, я имел возможность на одной федеральной радиостанции, я вас в эфир давал и старался, чтобы вас услышали. Сейчас, кроме своего радио, по-моему, на таком уровне федеральном никто, да, не крутит вас? Или в Самаре, может быть, дома? Нет, нет. И при этом... Знают вас, любят вас огромная армия поклонников. Кому спасибо за это сказать нужно? Ну, спасибо нашему менеджеру, я думаю, в первую очередь, Людмиле Грымовой. Ну, я и... тебя этого ответа и ждал. Да, и интернету за то, что ее придумали. Как бы все это есть. То есть она занимается раскруткой группы, по сути дела, в интернете. Да, да, да. И мы создаем фан-клубы в каждом городе. И в задачи главного человека в фан-клубе входит доносить музыку до новых людей, приглашать кого-то, приводить и так далее. Это почти церковная секта, набодианство. Это так и есть. Я знаю об этом не понаслышке. Старший сыночек наш входит в эту самую секту. Поклонников группы «Нобу Диван» стоит частенько на мерче даже, носится с афишами, клеит их по всем возможным местам, раздает, там, извините, раздачи билетов.
Как вы добились этого от очень ленивого молодого человека, я не знаю. Но знаю точно, что что-то есть в Грымовой или в ее подходе, что заставляет даже неподвижные травяные растения, говорить уже будем прямо, люблю я сына, но я знаю, что его поднять на что-то практически невозможно. Как только речь заходит о Nobody One, глаза горят, афиша впереди него, билеты полные карманы. Всю ночь может до самого рассвета заниматься помощью группе, там не знаю чему, таскать, носить, помогать. Вот что делает Грымова? Какими словами? Это я сообщаю всем тем музыкантам, которые задаются вопросом, а как раскрутиться? А вот как без радио? А как без ротации? Кропотливый труд хорошего менеджера. Кропотливая работа коллектива над музыкой, во-первых. А дальше уже кропотливая работа менеджера над раскруткой коллектива. Интернет вам в руки. И вот вам результат. Я уверен, что 12 числа в клубе «Ред» в 8 вечера, когда зазвучат первые звуки, раздадутся первые звуки гитар и барабанов группы «Nobody One», зал будет переполнен. Я абсолютно в этом убежден. Даже сомнений никаких нет. Это говорит о том, что можно добиваться нужного результата, только надо немножечко трудов прикладывать. Давайте петь. Ну, понятно, да, играть, играть. Ну, ты сам называешь свои произведения песнями. Да. Я уж к этому и привык. Песни и песни. Что это будет? А что там? Сейчас они посоветуются. А, у нас время уже, да? Почему? У нас еще 13 минут. У нас вот как раз есть песня на 10. То есть ты хочешь сказать, что сейчас мы должны... У нас есть одна песня на... 5 минут, одна на 10. Какую играем? Так, сейчас мы это, давайте. Камень, ножницы, бумага сейчас с тобой будем. Какую? Ладно, я понял, еще на 4 минуты разговариваем и заканчиваем тогда той, которая на 10 минут просто так поступим, чтобы... Чего ты за голову-то схватился? Все нормально. Длинную сыграй. И хепка слетает. Да, длинную, я понял. Длинную тогда будем играть напоследок. Чего ж делать-то? Значит, а завтра в шоколадке-то что? Напомни. Это VIP-концерт. Будет... Чуть-чуть другая программа, более интимная обстановка, и можно будет задавать вопросы и говорить. Но это будет как будто бы квартирник. Ах, вот как. Наконец-то я услышал. То есть это будет такая не просто интимная небольшая аудитория, а еще аудитория, имеющая возможность вопросы задавать. Ну да, да. Все будем как одна большая семья. Круто. А это туда попасть, чтобы вот это вот... Это что надо было сделать? Купить билет. Всего лишь? Да. А, то есть никаких... Я думал, может быть, какие-то разыгрывали особых людей, которые вам что-нибудь особое подарили, сказали, сделали для вас. Нет-нет, просто обычный концерт. Только ограниченное количество билетов. Да, количество билетов ограничено. Ага. Чтобы не было давки. А вот Сабельфельд, Евгений, ну, шоколадная фабрика, вот тут же вот вписался. Еще есть некоторое количество билетов на закрытый концерт завтрашний. Так что те, кто пока еще... думал, что ему делать завтра, могут отправиться в шоколад. А еще говорят, что если купить на оба, то получится со скидкой. Ну, то есть на оба концерта берешь билет и... И на интимный, и на большой. Да, и получаешь какую-то серьезную скидку. Да. Ну, в общем, это тоже имейте в виду, пожалуйста. К большому сожалению, но сегодня нам нужно уже будет попрощаться. Песню, которую они заготовили под финал, она длинная. Собственно, мы ею и закончим сегодняшний эфир. Но прежде чем они начнут играть... эти замечательные молодые люди, я хочу сделать небольшое объявление. Это важно. Нестандартная история для радиостанции, потому что по субботам у нас нет живых выступлений, но завтра благотворительный музыкальный марафон «Пасхальная радость» фонда АИФ. Аргументы и факты, с которыми мы сейчас по этой акции сотрудничаем. Это помощь детям. Мы считаем это необходимым. Это очень важно, когда есть больные дети, нуждающиеся в огромных деньгах на свое лечение. Так вот, именно завтра здесь, в этой студии, это не программа «Живые», это трехчасовой большой концерт, который я тоже проведу в некотором смысле. Здесь сыграют для вас группа «Мураками», Артур Беркут, группа «Черный кофе». Это все, естественно, «Живаго». И, само собой, очень надеемся на то, что вы примете участие в помощи детям тоже. Завтра все начнется в 6 часов вечера. Ну, а мы уйдем на выходные после того, как закончит свою длиннючую композицию группа Nobody One. Это двойная песня просто с нового альбома. Там нету ни единого разрыва. Как она называется? Мы так и делаем. Называется? Всем спасибо. Как называется она? Что? Называется она как? А называется она «Womb плюс Mindflutter». Ах, вон оно как. Okay. Ну, теперь прощайся давай. Всем привет, до завтра и послезавтра. И, надеюсь, еще лет 45. И чтоб вы все были здоровы. Всем пока. Бай-бай. Поехали.